Итак, друзья, всем приветик, очередная распаковка на канале. Ну, сразу скажу, гаджет не по сути, не по теме канала, но, как жена сказала, аккумулятор есть. Аккумулятор можно заряжать, значит, распаковывать будешь сам, потому что как бы близко к теме твоего канала. Ну, в общем-то, этим я сейчас и займусь. Ножик уже все. Все тупее, тупее. А, там еще и слоев, штук 8. 8 слоев целлофанчика. Это уже броня. Ладно. Но ножик, как некоторые говорят, точить тоже надо. На самом деле, это такой дешевый ножик, что я думаю, соточка этого ножа будет равна его смерти. Точить его, наверное, смысла не... Где вход-то? А, вот вход. Думаю, смысла нет его заточки. Смотрим, что у нас тут. Как вы думаете? Правильно. Некоторые в курсе. На канале я это... Ой, на канале. В группе я это анонсировал. Потому что, когда я эту штучку заказал, на Озоне она стоила 3,5. Я нашел такую же за 1000 с чем-то. Короче, вот. Вот такое вот устройство. В дырочки все-таки попадать нужно. Неожиданно. Думал, не будет нужно попадать. Думал, будет автоцентровка. Это у нас кабель питания, из-за которого мне жена и сказала, что будешь сам заниматься распаковкой. Как всегда, в кредле сзади отверстие. Эта фигня должна бить людей током. Прошу не пугаться, типа с положительным эффектом. Хотя, конечно, понимаю, что электрошок тоже бьет людей с положительным эффектом, но все-таки, говорят, тут эффект как-то положительнее. Ну что мы видим? Заряд пошел, подсветка на экране есть, но это, прошу заметить, не трубка телефона, и если вы эту штучку приложите к уху и включите, я думаю, вам не очень будет приятно, потому что эта штука, она не для уха. Ой. Фотон. Я не знаю, что это значит. А это у нас, я так понимаю, мощность. То есть включаем на единички, потом вторая, третья, четвертая, пятая. И выключается. Циклически работает кнопочка питания. Если кто не видел, могу еще раз повторить крупнее. Но если включить и поиграться с нижней кнопкой, меняется цвет. Зачем нам нужен цвет, я не знаю. Но раз он есть, я его показываю. Прибор в руке очень легкий. Аккумулятор там чувствуется небольшой. Прокладочки на гермошлюзах, скажем так, в местах, короче, где у нас саморезики. Предполагают, что прибор легко разборный и герметизируется вот этими прокладками, которые сейчас, кстати, стояли криво, я их пальцем при вас поправил. Как эта штука будет работать, это уже не ко мне, а к жене. Мы сейчас с вами только поставим ее на заряд и посмотрим, что в инструкции про нее вообще написано. Слава яйцам, инструкция на английском, а не на китайском. Радиочастота, электропорация, мезопорация, EMS, Electrical Muscle Stimulation. О! То есть мышцы будут прыгать от токов. Это прикольно. То есть на тех частях тела, где мышцы не очень часто работают, их можно будет заставлять электричеством дергаться, и они будут как бы тренироваться. Но это на самом деле прибор для лица, значит, предполагаются лицевые мышцы. Как им пользоваться, как зарядить? Заряжать 3 часа перед первым использованием. Ну, значит, пусть стоит, заряжается. После чистки кожи применить... Чего? А, то есть, короче, помой лицо, а после этого только пользуйся. На грязное лицо фигачить не надо. Потом включи питание и выбери нужный цвет, нужные телетели, тролливали. Так, цветовая терапия. Первый режим красный. Короче, вот такая тема. Переводим сами или переводчиком. Проблем нет. Я переводить не буду. Если вам очень интересен этот прибор, прочитайте сами. Я в цвет на самом деле не верю. В электрические токи верю. Мышцы будут дергаться, будут заниматься. Это все понятно. Но вот в цвет не верю, поэтому тут переводить не буду. И цитировать тоже. А то потом скажете, что это я вас уверил, что оно работает. Нет, про свет ничего не скажу. Но про электричество это я знаю, что мышцы будут дергаться. Так в одно время даже, говорят, космонавтов учили халяве. То есть включаем вот на этих 4 контактах, видимо, попеременно будет... Например, плюс-минус, плюс-минус, так вот прыгать. И у вас на лице мышцы будут дергаться. Это я так предполагаю. Далее посмотрим на жене, поскольку она хотела такую штучку. И если будет какое-то отличие от того, что я вам тут понаобещал, соответственно, выйдет второе видео. Пока приборчик заряжается,
визуально он полностью соответствует тому, что мы хотели купить на Озоне. Но только на Озоне 3,5, а здесь 1200. Ощутите разницу. Коробочка не брендированная, поэтому 1200. С брендированной коробочкой было бы 1300. Невелика разница, учитывая, что инструкшены там и тут одинаковые. Коробка и там, и тут есть, только на той была бы полиграфия, а здесь просто серенькая коробка. Коробки обычно люди выкидывают. Как всегда, под видео будет рассказ в виде текста со ссылками на приобретение и там, и там. Если кому лень ждать, то на Озоне. И если кому не лень ждать, то на просторах AliExpress с доставкой по России. По России доставка произошла за 5 или 6 дней, с Озона была бы за 2. Думайте сами. Всем спасибо, всем чао.